Вот смотри, когда делаешь обзор на дорогой инструмент, с куча сразу комментариев, зачем это нужно, разве это кто-то покупает, сколько стоит. Но когда делаешь обзор на недорогой инструмент, комментарии противоположные. Зачем эта дешевка нужна, фу, китайщина, давай нормальный инструмент. Приветствую вас, друзья, сегодня у нас будет обзор на недорогой аккумуляторную 24-вольтовую болгарку от компании Greenworks, в которой есть даже плавный пуск. Но перед обзором мы подведем итоги конкурса по болгарке Ханс Кёльне. Ну, это то видео, где я болгарку красил в золотой цвет. Погнали! Мои поздравления Максимусу. Максимус, напиши мне в Инстаграм, либо в группу ВК, куда тебе выслать данную болгарку. Кто не победил, не расстраивайтесь, уже по сложившейся традиции. Мы сегодня разыграем вот такие вот часики. Часики питовские. Здесь надпись «Пит», если честно, так особо не видно. Но часы вроде как нормальные, водонепроницаемые, пыленепроницаемые. Все будет просто, как вы любите. Точнее, как всегда. Лайкос, подписос, комментос. Ну а мы переходим к болгарке. Стоимость данной болгарки начинается от 3500 рублей. В Ашане даже, кажется, ее продавали по 2500 рублей. Вот такие слухи ходили. Но в среднем сейчас ее можно купить от 3500 рублей и выше. Но она идет без аккумулятора и зарядного устройства. То есть только тушка. Аккумулятор и зарядное устройство, если у вас нет техники Greenworks, вам придется покупать отдельно. Мы переходим к обзору. Как всегда, начнем с комплектации. Поставляется машинка в картонной коробке. В комплектацию входят две обыкновенные шайбы. 115 быстросъемный кожух, одним маленьким ключом, с виду кажется, его можно погнуть, но нет, он не гнется, и одной обыкновенной ручкой. Выключатель у машинки фиксируется. Как я уже сказал, у машинки имеется плавный пуск. Если мы вытащим аккумулятор и назад его вставим, то ничего не произойдет. То есть стоит безопасность. Вес болгарки без аккумулятора 1 килограмм 274 грамма. Вообще обзор сделали, теперь по характеристикам машинка у нас на 24 вольта. По числу оборотов 7000 оборотов в минуту. Вал 14 мм, под диск 115 мм. Изготовлена на заводе Greenworks в Китае. Ну а теперь ее разбираем. 8 или 9 винтов. Открутили и вскрываем. Точнее разбираем. Ну вот ее внутрянка, блок электроники, выключатель, что-то такое похожее на микрик, и двигатель. Блок электроники залит герметиком, насколько я понял. И залит довольно-таки конкретно. Чуть выше блока электроники стоит большой алюминиевый радиатор охлаждения. Выключатель, как я уже сказал, обычный микрик. А вот двигатель у нас с заменой щеток, намного больше, чем устанавливается в шуруповерты. Даже вот немножко бронированный. Рельчатка. На вал якоря надета резиновая проставка. Вот он, корпус редуктора, то есть у нас крутящий момент передается через эту резиновую проставку. Но можно сказать, это как резиновый амортизатор. Корпус редуктора. В корпус редуктора прессована втулка, малая шестерня и мало смазки или много смазки. Тут, мне кажется, дофига смазки. Но все равно есть некоторые товарищи, которые, блин, покупают новые инструменты, еще фигашат туда смазки. Так открывает, смотрит, а вот эта шестерня сухая. Надо сюда нафигашить смазки. И бороться с этим бесполезно. И большая шестерня на шпинделе. И вот сейчас многие зададут резонный вопрос. Как ты всегда озвучиваешь цены на запчасти, а здесь ты не озвучиваешь? Ну просто я не нашел цены на запчасти. Марку Greenworks я не обслуживаю. В Белгороде по гарантии. Да, я по гарантии. Я отправил запрос. Сейчас жду ответа. На данный момент, то есть на съемке данного видео, ответ мне не поступил. Ну из реального, что я думаю? Ну двигатель будет где-то штукарь стоить. Выключатель там стандартный микрик, я думаю, рублей 250-300 будет стоить. Блок электроники, ну, любой радиолюбитель перепаяет, он простой. Но также, я думаю, может будет до 1000 стоить. Что касаемо редуктора и шестерни, они ломаются очень редко. Здесь затрудняюсь сказать, сколько это будет стоить. Но как будет у меня информация, ссылочка будет внизу в описании под видео, если не забуду. Ну а перед собиранием я ее попробую включить. Надеюсь, ничего не полетит. Вот как она работает изнутри. Ничего не искрит. Итак, машинку я собрал, но у нас тут возникла проблема.
Кожух 115, а диски на 115 кружок у меня закончились. Вот X-Log есть, Makita-овские есть, и все 125. То есть они сюда никак не станут. 115 у меня только вот интерсколовский по камню, да, он становится. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас из 125 кружка сделаем 115, благо 125 не намного больше. То есть этого прикола, честно, не понимаю. 115 диск и 125. То есть вот здесь буквально 5 миллиметров. Я буду работать без кожуха. Но предупреждаю вас, нельзя работать без кожуха. Соблюдайте технику безопасности. Данная операция будет сделана проверенным специалистом. То есть я инструмент разбираю, я его ремонтирую, я его продаю. То есть мне это не впервой. В конце концов, я в разведке служил. То есть мне это делать можно. Вот. Тем, кто не уверен в себе, всегда работайте с кожухом. Всегда. Ну, конец, я очки одену. Это обязательно. То есть глаза никак не вылечишь. Если пальцы можно отремонтировать, глаза нет. Поехали. Мы готовы без специальной подготовки не повторять. Думаю, хватит. Ну, теперь кожух мы одели, как родной встал. Теперь можно будет машинки поднавалить. Оп, защита ушла. Ну, думаю, хватит. Сейчас замерим температуру. Смотрим. Редуктор у нас нагрелся где-то до 43. Двигатель 38. Аккумулятор. Аккумулятор вообще не нагрелся. Практически. 31. Ну, 32 градуса. Ну, а теперь шлифанем. Та же проблема. Защита. Давайте еще раз защиту. Оп, защита. Ну, думаю, хватит. Ну и в конце, как всегда, пару слов об инструменте. Кому подойдет данная машинка? Ну, данная машинка в первую очередь подойдет тем, у кого есть уже линейка Greenworks, то есть там садовка, либо еще что-то. Но. У них еще есть 40-вольтовая линейка, то есть вот этот аккумулятор сюда не станет. А вот если мы возьмем тот же там гайковерт, да, 24-вольтовый аккумулятор сюда становится. Либо возьму шуруповерт. Мне знакомый еще его не забрал. Но здесь емкость меньше. Я работал с аккумулятором 4 ампер часа, а здесь, наверное, полторашка или двушка. То есть он также втыкается и все работает. Теперь по поводу недостатков, то есть что мне в ней не понравилось. Вот. Ну, я не могу понять, зачем вот выпускают инструмент на 115 диск, вот зачем? Да, так, такой есть и у Makita, и у Bosch, есть, и у Metaba, кажется, есть. Но если там разница в диске небольшая. Сами видели, данная болгарка, ну, тянет нормальный 125 диск. Как бы, да, диски 115 есть в продаже, но они просто не так сильно распространены, как 125. Вот, и то, что я делал, так не надо делать. И поэтому, ну, Greenworks, ну, поставьте вы кожу 125. Да, можно поменять. Эти кожуха недорого стоят, можно взять, или это тоже 115, это тоже 115, можно купить отдельный кожух, но не стал заморачиваться, можно взять отдельный кожух, поставить не вот такой, а другой какой-нибудь, что-нибудь приделать, и да, у вас все будет нормально, будет работать машинка с кожухом. Что касаемо самой машинки, по поводу, видели, когда я шлифовал, то есть, ну не так она шлифовала, как Bosch. А в чем дело? Дело в оборотах. Здесь 7000. Ну, не хватает для такой вот быстрой шлифовки 7000 оборотов. Ну, хотя бы 9 было, я думаю, намного бы было лучше. Но все равно она шлифовала. Швеллер я вот резал, когда вот диск подтачивал.
то есть он практически перерезал его, то есть можно было дальше резать, она бы его перерезала. По поводу аккумулятора, я не стал его испытывать, то есть, ну, тут и так я порезал, еще кумар стоял, потому что мы с этими вещами уже завязали, потому что современные аккумуляторы хватает надолго-долго-долго. А что касаемо аккумулятора, как я уже говорил в своем предыдущем обзоре, Greenworks одно время, может даже и сейчас, делает аккумуляторы для штиля, то есть довольно-таки такая крутая контора, но все равно у нее в основном заточка идет под садовую технику. Вот инструмент, это сейчас у них начинается. Что еще по данной машинке? Ну, обыкновенная, нормальная, бытовая по мне машинка. То есть, да, если бы она стоила бы там 10 тысяч рублей или 15, да, можно было сказать, как бы, ну, ни о чем. Но если она стоит там 3,5-4 тысячи рублей, да, даже мне в Инстаграме писали, что их на каких-то заправках продавали в каком-то городе. Ну, я вставочку сюда сделаю. Там вообще, кажется, за 2,5 тысячи. Но это без аккумулятора. Ну, как бы за эти деньги, по мне, нормально. То есть, чисто взять для дома, где-то чуть-чуть отпилить, может быть, чуть-чуть где-то подшлифовать. Что касаемо вибрации, вибрации не было. Вот, вообще, практически вибрации не было. Из недостатков я только вот сейчас один недостаток увидел. Это 115-й кожух. Все. Остальное вроде все нормально работает. Но в любом случае, выбор делать вам. Я для вас ее разобрал, показал, как она работает, высказал свое мнение. То есть свои ощущения. А покупать вам ее, не покупать, то есть решайте сами. И да, сейчас обращение к продавцам. На моем маркетплейсе нет сейчас продавца по Greenworks. Да, там один был, но что-то они там, как-то мы с ними не сработались. Там, похоже, два человека только в фирме работают. И поэтому, кто плотно занимается Greenworks, пишите, с вами договоримся, обсудим, разместим на моем сайте ваш товар. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока!